Во-во-во! Что за дискомен? Во-во-во! Айк! Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку! Айк! Нормально. Упс. Ой, ка-ну-ка. Что за телебузики? Обо, сколько вас? Ебать. Вам не кажется, что вас очень много? Ебать. Сколько тут людишек? Оружие, пожалуйста. Не мочите, пожалуйста, нормальное оружие. Во. Надо было убивать его сразу. Повезло ему. Я-то думал, он с оружием, поэтому приехал. Залетел как бы. Блять. Телек, что ли? У него уже преимущество, как бы. Это хорошо. Обожаю, когда есть напряжение в боях. Как бы. Угу. Там побежа. И тут еще один какой-то чувачок должен быть. Угу. У меня скоро патроны закончатся. Не надо вот так вот. На самом деле. Слишком балуюсь, походу. Ой. Дайте мне патроны, пожалуйста. Наметчики, да? Мне нужны патроны. Делает. Вам нравится такое напряжение? Когда повсюду есть такие вот пацанчики. И там бум-бум-бум делают. Слышите, да? Это люди. Глупые Так-так. Надо... О, зона у нас, заебись. Надо всех убить, короче. В этом доме.
Бля, настоящая война, ребята. Лайки ставьте, пожалуйста. Ебать. Вот он. Радостный такой. Побежал он. Человек-паук. Тут тоже есть. Так. По кому работает? Понимаю. Этот здесь. Тихо сидим, главное. Тишину поймали. Так вот. У меня патрон заканчивается. Как вам такое? Не молодец ли этот Зохан? Если мы всех победим. Мы должны здесь вести себя, как будто мы охотник. Почувствовать каждый ветер, каждый вздох, каждый шум. Даже если таракан пробежит, мы должны быть в курсе. Понимаете, да? Мы должны быть в курсе всех событий. Я поставил на то, чтобы он должен залутать вот этот ящичек. Это время я его бэм-бэм-бэм. Не бэм-бэм-бэм. Бэм-бэм-бэм это вот здесь бэм-бэм-бэм. А вот тут... И все. Пизда ему. Ну, походу, он уже в курсе, что я здесь. Ну, он, конечно, в курсе. Он может, не понимает, в каком именно доме я нахожусь. И напомните, что второго... Вот он. Вижу. Ага. Блядь. Вам нравится папка? Контент папка. Нам надо часто играть в папки или... Папка это тоска. Напишите в комментариях, что вы думаете. Так, выжидаем, он долго сидеть не будет. Ой. Радостный такой, довольный такой человек. Он там себе. Жалко, что у меня патроны кончаются. Вот. Кого он там убил? Блять. Дерзкий парень, походу. Не шухры-мухры. Выходи же из дома. Сейчас он будет залутать. Ну же. Оружие, конечно, у нас такое себе. Или на похуй будем штурмовать. Как думаете? Что-то вы затихли, парни. Все спите, да? О,
Он сидит и выжидает. А я хочу его залутать и того, которого убили. Теперь это кошка. Может, к тому поедем? Сколько людей осталось в городе? Вот еще один. Он по мне стреляет. Как будто настоящая война. Сижу и жду. Может, до завтра подождем? Он удрал? Ага. Но с такой дистанции я его убить не могу. К сожалению. И мне как бы нужны патроны. Вон того вот здесь убили, да? К этому погнали. Только тихо надо. Ну тихо у нас не получается, да? Да нормальное оружие надо. Залутать. В принципе, для оружия у нас все есть. Вот где-то здесь мы его убили. На втором этаже. Ебальник ему. Раскрыли. Угу. Вот. Вот об этом я и мечтал. Об этом я думал. Это я ждал. Все. Опа, опа. Опа. Угу. И, конечно же, СКС возьмем, да? Для СКС. Ну, пока так будет. Прицел поставим. Вот сюда ставим. Все, у нас скоро победа будет. Вот сколько, блядь, боликов. Оно боликов, боликов много. Многовато, молодцы. Ну, давайте вот. Не три, блядь. Две штуки забирай. Я долго лутаю. Глушитель, глушитель. Бать, вот это мне нравится. Это мне нравится. Так, где у нас второй был? Вот здесь он побежал. А как мы его найдем? Так, стоит за ним ехать или нет? Активнее, активнее, ребята. Что-то вы спите, ребята. Ой-ой-ой. Надо обратно к ним. Походу их много. Не надо ехать, да? Николай говорит, не надо к ним ехать. Ага, он там же. Ага, вижу его. Поднимаемся на второй этаж. Тихо, тихо. Упал. Все. Заебатый зажим. Как зажимает Зохан? Напишите в комментарии, что думаете по этому гилу. Нормальный зажим? Мне кажется, нормально. А вам как кажется? Зохан нормально вводит игру, да?
Или вам кажется? Что это все хуйня такая? Что вы думаете? Что-то я долго стою. Все, уносим нахуй ноги. Зверь. Вот, чел. Чел красавчик. Чел всегда красавчик. Молодец. Николай тоже. Вот, 3 кило есть. Можно поесть. Так, еще один чувачок есть. Батурон? Что батурон? Извиняюсь. А про патроны это я забыл. Вот, гандабасик. А что? У меня места нету, что ли? Блять, слишком много аптечек. Бля, вот этих слишком много. Понял? Компенсатор было бы получше, но... А, давайте глушак. Чтобы они... Куда? Что? Откуда? Тут одну бросим. Вот так вот. Спасибо, что напомнили про патрон. Вот видите, вы мне помогаете. Вроде вы сидите и смотрите, а на самом деле вы помогаете. Вот. Видите, как все устроено, да? Вот иногда полезно вот поэтому почитать чат. Обычно я чат читаю ночью, потому что онлайна мало. А когда онлайна мало, мы более спокойны мы все. И в чате, и я. Не, вот этот гандабасик какой-то приехал. Ну и пускай едет своей дорогой. Так, у нас по зоне у нас не очень. У нас 12 человек всего лишь осталось, что ли? Молодцы ты. Понятно. А как я... Где-то был чувак. А если он встречку сделает? Это нужна тачка как бы. Вот здесь я уже не в курсе, кто здесь, кто не здесь. Здесь могут быть такие же охотники, как я. Точь-точь, как я. А это, видите ли, не очень хорошо. Угу. О, не надо, блядь. Вот она, тачка. Надо вот эту тачку залутать. Взять. Ладно, с Богом. Была, не была. Тачка все равно нужна, по-любому. По-любому нужна нам. Ой-ой-ой. Кто-то стреляет. Недобрый какой-то человек там, походу. Ну, тачка в зоне, да? Мне кажется. Он, по-моему, в зоне. Тут тоже есть тачка, если что. Может багги взять, он же быстрее как бы. Там посмотрим. Да, где-то туда едем. Ага, ты такой снайпер типа, да? Ну, может, не надо, а?
Ой, тут человек был. Я не один. Так. Ага. Вы поняли, что тут. Бац, надо было. Блять, этот опасный чувак. Тут волны, значит, он мог и не услышать меня. О, бля. Может, хватит? Ты что, видишь меня, что ли, так? Не видишь же? Что, читер, что ли? Так, Forever, здорово. Дальневосточный большой привет в Донецкой области, хорошо. Пока надо отсиживаться. Опасно так бы выходить. А там какой-то король стрельбы какой-то есть. Понять бы, где он. Вот видите, да? Тонг-тонг делает. Довольный такой радостный человечек. Абсолютно психически нездоровый человек. Этот думает, наверное, что он пытается стрелять по нему. Ну, мне так кажется. Забавно так. Машину поставили. Блять, на опыте? На скилле, что ли, парни? Ну, походу, да. Бускнись. Надо, да? Ну, пока выходить не буду, потому что тот чувачок, который снайпер, да? Он очень грамотно стреляет. Ну... Наверное. Сейчас ко мне прибежит вот этот чувачок, и мы должны его убить. По-быстрому. Мне кажется, что он не знает, что я тут. А-а-а, камера, когда выходишь вниз, опускаешь, чтобы голова не выглядывала. Хорошо. Вот так, что ли? Он все равно уже меня не видит. Быть этого не должно быть. Вот этот, главное, он не должен знать, что я тут. Вот видит. Бурундук! Ой, давайте. Быстро, быстро, быстро. Нас халат нужен. Все. Голова будет ниже, да? Хорошо. Лайки ставьте, ребят. Перевернулся молодой человек. О! Snoop Dogg, травяной человек. Походу. Тебе уже там неудобно, да? Вот он. Вот он, видите, да? Блять. Он заметил, походу, меня. Он заметил.
Ёбаный стыд. Ну просто я пока позицию не хочу вот так проинформировать, как бы. Этого, походу, убили. О, поосторожнее там машина. Вот он. Угу, убили его. Буст, кстати, спасибо. Надо, надо. Грёбаная зона. Вот он. Он лежит. Понимаю. Он лежит. Он лежит. За камень. Вон там один чувачок. Вот тут сидит. Гандабасик. Очкарик в жопе шарик. Ёбаный стыд. Так, может, можно убить его как-то? Ну как, блядь? Если я его не вижу. Вот он. Иди нафиг отсюда. Блядь, зона опять не в мою пользу. Сука, всегда так бывает. А, грёбаная зона. У меня бомбы нету, да? Типа затуманим его сразу. Ой-ой-ой. Ебать, я жесткий человек! Я же говорил, всегда верьте в себя, люди. Что вы теперь на это скажете, ребята? Победа! Зокан жесткий человек. Зокан в деле, скилл на пределе. Не зря говорят. А он такой: нет, не надо, Зохан, пожалуйста, не надо. А я: а он: нет, нет, помогите, помогите, помогите. Он: никто тебе не поможет. И такой выходит Зохан Рэмбо такой. Море крови ваше. И умирает вот такой. Медленный, медленная съемка. Падает, а я такой вот. Сигаретой в руках. И вот такой вот. Сигара. И вот такой вот.
И это ты называешь удар? Вот что значит удар. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Ебать.